Это уже наше третье мероприятие в этом году. И мы очень рады, что каждое мероприятие, которое мы проводим, собирает большее количество поклонников велосипедного спорта, велосипедного движения. Нам очень приятно, что каждый район города старается привнести что-то свое. Я пока вижу только положительные эмоции, и я уверен, что вот эта наша идея на следующий год проводить это мероприятие не только в столице страны, а проводить его на уровне республики, оно уже, в принципе, нашло предварительную поддержку. Я думаю, что в следующем году вся страна узнает об этом мероприятии, и многие дети, их родители получат массу незабываемых прекрасных впечатлений. Еще проходит День семьи. И вот нам, собственно, даже добавились новые локации с их помощью. У них тут свое мероприятие. Но они чудным образом соединились, понимаете? Мы можем посмотреть, что происходит у них, они могут посмотреть, что происходит у нас, и это очень здорово. Поэтому я думаю, что и дальше все будет вот так вот складываться, потому что, ну, в каждом районе свои задумки, в каждом районе свои прибамбасы. Марш! Многие из ребят, когда мы вот приглашали их на это мероприятие, они очень хотели принимать участие и волновались, что мы не спортсмены, мы вступаем в соревнования, еще не имея такого опыта. Но поверьте, было бы только желание. Было бы желание, и хочу сказать, что сегодня получился замечательный праздник. Но есть велосипедисты, ты их видишь, они по району в городе ездят. Но что у нас их столько много, вот они сегодня здесь. Я полагаю, это еще не все, кто готовы были принять участие. Поэтому, вы знаете, вот радость и уверенность в том, что таким соревнованиям, таким мероприятиям нужно быть, нужно двигаться. И мы уже с федерацией в такой неформальной обстановке обсуждали и говорили о том, что однозначно должны быть новые идеи, новые соревнования и велосипедному спорту соревнованиям быть и жить. Классно, очень много людей, огромная концентрация велосипедистов на квадратный метр, поэтому, ну, это классно. Такие мероприятия, они сплочают людей. Это ощущение, порыв, свобода, страсть, волосы вот так вот, потому что ветер обдувает лицо. Конечно же, я желаю новых побед, покорения новых вершин. Существуйте еще больше, еще проводите мероприятия еще масштабнее, еще круче, и чтобы все всегда было хорошо. После каждого мероприятия, которое проходит, просто достаточно интересно, что количество звонков от родителей с вопросом, а где ребенку можно заниматься велосипедным спортом, хотя мы здесь на этом мероприятии раздаем свою продукцию и говорим, где мы принимаем детей в велосипедные школы для занятия. Я уверен, что это повлияет. Может быть, не так сразу, как нам бы того же хотелось, но на каком-то этапе, конечно, количество перерастет в качество.